Всем привет! В продаже появилась Лада Гранта 2022 года с объемом двигателя 1,6 литров в комплектации Club. Абсолютно новый автомобиль с пробегом 4000. Давайте заглянем в салон. Состояние салона нового автомобиля. Теперь давайте пройдемся по комплектации. В данном автомобиле имеются передние электростеклоподъемники, электропривод зеркал, блок управления светом, а также штатная мультимедиа, кондиционер, подогрев заднего стекла, подогрев лобового стекла, розетка на 12 вольт, два подстаканника, подогревы передних сидений, пятиступенчатая механическая коробка передач. На данный момент двигатель запущен, никаких ошибок не горит. Пробег составляет 4000 километров. Ну а если вам понравился данный автомобиль, все контактные данные вы можете найти в объявлении. Приобрести его можно за наличный расчет по системе Trade-in или в автокредит. Находимся мы по адресу улица Азина, 83, автосалон «Столица». Всех ждем! Baby.